Коммунальщики провели дезинфекцию, можно сказать, местной достопримечательности. Это крупнейший в Химках надземный переход у торгового центра «Лига». Рабочие отмыли хлоросодержащими средствами лифты и поручни, с чем чаще всего контактируют пешеходы. За качеством работ традиционно следили сотрудники управления ЖКХ администрации города. У нас также в ежедневном режиме проводится мониторинг того, как дезинфицируются подъезды. Сегодня планируется, каждый день у нас делается график обходов, у нас в ежедневном режиме заместитель главы и сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства проверяют, насколько правильно, грамотно делается дезинфекция в подъездах. Все это проводится совместно с сотрудниками госжилинспекции. Параллельно с вынужденными работами по профилактике вирусных инфекций сотрудники Химдора приступили к плановым. В рамках месячника по благоустройству рабочие чистят дороги, латают асфальт и меняют дорожную инфраструктуру. В частности, на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Маяковского заменили несколько метров ограждения, которые повредили участники ДТП минувшей зимой. Добавим, чистить и восстанавливать городские дороги коммунальные и дорожные службы будут до 30 апреля.